Всем привет! У нас такая сегодня громкая новость, но абсолютно безобидная. Бывший король Испании Хуан Карлос с 1962 года, женатый на принцессе греческой Софии, а вдруг сейчас на старости, когда ему исполнилось 76 лет, вдруг решил разойтись с ней. И решил жениться на своей бывшей любовнице, и как видно, настоящей любовнице, на своей подруге и головной боли всей семьи, немецкой принцессе Карине Цу-Сайн-Витгенштайн. Его отношения с Кариной, они имеют достаточно длинную историю. Эта очаровательная бизнес-вумен устраивала ему много проблем, его семье. Проживала она... Она имеет швейцарское гражданство, проживала она одно время в Монако, потом в Испании, потом обратно в Монако. В данном случае они вдвоем с Хуаном Карлосом живут в Лондоне. Вот. Вот такие вот у нас новости. Значит, получается, седина в городу без ребро. Ну что ж, пожелаем Хуану Карлосу здоровья, чтобы его хватило на относительно молодую любовницу. И чтобы у него все было хорошо. А, да. Его Величество Филиппе VI, сын, единственный сын Хуана Карлоса, не сильно осчастливлен этим делом. Ну, что он может сейчас делать? Король совершеннолетний, даже слишком. Так что вот так. Всем удачи. Чао.